Как строить дома качественными, безопасными и комфортными, а коммерческие объекты привлекательными для клиентов. Об этом поговорили на специальном форуме в Алматы. Организатором выступила компания «Рамс Казахстан», которая является лидером на строительном рынке Казахстана. На диалоговой площадке встретились десятки экспертов с разных уголков мира. Многие из них даже заключили между собой выгодные контракты. Подробнее расскажет Дильмурат Муталипов. Это воскресное мероприятие, прошедшее в Алматы, стало масштабным нетворкингом для профессиональных агентов и активных участников в сфере недвижимости. На диалоговой площадке партнеры смогли обсудить совместные перспективные проекты в области строительства жилых и социальных объектов. Это наше первое мероприятие, которое такой формат мы делаем. И здесь все риэлторы и бизнес-партнеры. У них, если будут вопросы, мы будем отвечать и будем показать наши проекты и бизнес-планы. На форуме можно было послушать тематическое выступление лучших специалистов отрасли, руководителей продаж отделов коммерческой жилой недвижимости, маркетинга. Перед собравшимися выступил известный бизнес-тренер по продажам из России Виталий Голицын, имеющий большой практический опыт работы с крупнейшими проектами в странах СНГ и Европы. В компании «Рамс Казахстан», которая выступила организатором мероприятия, отметили важность таких встреч, ведь профессионалы обсуждают проблематику рынка недвижимости и делятся ценными советами. Целью данного мероприятия является познакомить наших гостей с проектом «Рамс Казахстан», так как компания уже на протяжении более чем 26 лет осуществляет деятельность не только в сфере строительства, но и в сфере медицины, гостиничного бизнеса, медиа. «Рамс Казахстан» – один из лидеров строительного рынка страны. С момента основания в 1997 году компания реализовала более 60 профильных проектов в Алматы. В эксплуатацию сдано 20 тысяч квартир и 4 миллиона квадратных метров другой недвижимости. Организация строит дома в классах комфорт, бизнес и премиум. В планах начать в этом году в мегаполисе строительство сейсмобезопасных жилых комплексов, гостиницы, бизнес-центра и торгового дома. Стоит отметить, что «Рамс Казахстан» является частью бренда «Рамс Глобал» с проектами в 8 странах – Казахстане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Азербайджане, Венгрии, Таиланде и России. Сейчас в компании работает более 15 тысяч сотрудников. Дильмурат Муталипов, Нурлан Досмагамбетов, Атамикен Бизнес.